Проблема данной программы заключается в том, что законодатель, федеральный законодатель, когда ее формировал, когда писал закон, этот основной упор делался под то, что необходимо людей в кратчайшие сроки отселить из жилья, которое представляет угрозу жизни и здоровью, в современное жилье, то есть просто не угрожающее, опять-таки, жизни и здоровью. Отселить и дальше уже, то есть это не мешает людям дальше претендовать на улучшение социальных условий. Но задача программы виделась именно таким образом, что обеспечение безопасности жизни и здоровья. И поэтому они прописали прям вот вполне конкретно, что есть вот требование там предоставлять метр в метр, комната в комнату. То есть если вы живете в коммунальной квартире и занимаете две комнаты из там скольки-то, то вам положено дать тоже две комнаты. И вам не могут дать двухкомнатную квартиру. То есть закон очень так жестко в этом плане написан. И, к сожалению, то есть несмотря на все как бы там сложности, которые возникают, когда там действительно много людей живет, когда попробуйте найти трехкомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров, а такие тоже попадают. Это все вызывает сложности в исполнении программы. Но когда это писалось, судя по всему, как всегда, гладко было на бумаге, но забыли про овраги.